Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить рис по-милански. Готовится предельно просто и очень быстро. Сам рис я замачивала, теперь залью его водой, можно использовать какой-то мясной бульон, и отварю до готовности. Тем временем займемся грибами. У меня шампиньоны, я их порежу и слегка обжарю. Можно их просто отварить. Отдельно нужно обжарить и помидоры, порежу их дольками. В готовый рис добавим небольшой кусочек сливочного масла и все перемешаем. Все ингредиенты у нас подготовлены. В сковороду к помидорам я добавлю готовые грибы, рис и все перемешаю. Рис получается достаточно рассыпчатый. Грибы можно взять совершенно любые. Лесные будут еще интереснее играть. Помидоры окрашивают это блюдо в красивый красный цвет. Сверху нужно обязательно посыпать тертым сыром.